службы, в которых я лично усматривал состав преступления. Поэтому, считаю, что в настоящем процессе суд не заинтересован, оснований к запрету видеосъемки не имеется. Если есть в зале террорист, Сурман Сергей Александрович, обращаюсь к вам в случае, если вам об этом известно что-либо. Я имею мусорные мешки и лица, которые находятся в зале судебного заседания, которые хотят совершить противоправные действия и скрыть свои лица, я готов предложить данный мешок, чтобы вы одели, ну, кто здесь присутствует и обращается, кто хочет скрыть свои преступные действия. И таким образом имеется возможность скрыть свое лицо. Считаю, что если таковых нет, то оснований к запрету видеосъемки нет. Суд административный, который был в отношении Коршуна, разрешил видеосъемку, что там нет никаких секретов, все публично. В нашем же случае гражданский иск, исходя из процесса, установленного законами Российской Федерации, что ФУАП не взыскивается, а взыскивается в гражданском порядке. Вопрос взыскания судебных и